Освещать дорожки в детском парке, возможно, будут сказочные персонажи, а на одной из набережных может появиться лестница с каскадом фонтанов. Такое благоустройство берегов Орловских рек придумали участники конкурса, организованного мэрией. Среди них оказались студенты, профессиональные авторы и даже архитектурное бюро. Решением жюри предлагается отметить сначала всех участников конкурса и вручить дипломы за участие, майки с логотипом конкурса и флешки. Дипломы достались всем 13 участникам, а вот так называемые стимулирующие конверты только 5 авторам лучших, по мнению жюри, работ. Их идеи возьмут за основу при составлении проекта оформления Орловских набережных. Его начнут делать в 2013 году. Напомним, деньги на благоустройство Орловских берегов выделены в рамках подготовки к 450-летию Орла. 400 миллионов средств федеральные, 100 – софинансирование области и муниципалитета.